Друзья, всем привет! Ну что, сегодня у нас 8 мая 22-го. Вот так вчера получилось у меня вспахать на второй круг фрезой. Вот тут в том году сначала, наверное, метров вот до остатков растительности, наверное, метров 5 был огород, картофель был. А дальше была уже вика, овсяная смесь насеяна. В общем, сегодня уже навострился сеять. Привез семена. Вот сейчас выгрузили сюда их. Значит, ну вот здесь примерно соток 6, наверное, я отбил от угла. Так вот прошел сюда. Здесь немножко гора, но в целом место низкое. То есть вот здесь вот в том году вика вез был более-менее. То есть влаги хватило ему. Картошка у нас желтая. В основном и есть немного красной. Сейчас начну с красной сначала. Рассею. Сейчас он там попробовал. Это зола. С золой буду в этом году сажать. Значит, так прям сыплю в бункер. Ну, вот здесь прошелся. Так, чисто попробовать примерно. Чтобы понять, как оно должно быть. Ну и все. Сейчас надо прокрутить ленту. А лента-то не крутится. Ксует лента-то. Подтягивать надо. Сейчас подтяну.
посадил красную картошку. Так получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,5, наверное, рядков получилось. Сейчас засыпал желтую. Желтая на самом деле не так, ее побольше. Один, два, три, четыре, пять. Раздувает, ветер опять начинается. Ладно, поеду. Посажен. Вот так вот 6 примерно соточек в этом году рассадили. Вот не знаю. 40 грядок получилось. Немножко тут неровно. И потом окучниками, наверное, подровняем. Некоторые ничего, некоторые есть. Вот здесь в середине вроде ровные пошли. Редки в середине ровные, здесь опять ничего, пойдет. Я бы, если бы у меня не было бы тяжелого мотоблока, вот тут что-то я маленько, три рядочка более-менее стало, не рискнул бы тоже бы сажать бы простым мотоблоком, тяжело это достаточно. Вот этот последний, он не полный. До половины, наверное, только. Так что как-то так. Ждем сходов. Так, 8 мая 22 года. Обычно садим 13-го, где-то 12-го, 13-го после майских праздников. Но в этом году влаги в почве не так много посадили. Ладно, ребята, всем пока. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Всем удачи. До новых встреч.